Водители призывают объезжать центр Донецка, особенно после 18 часов. Напомним, в это время в пятницу на площади Ленина начнется шоу-программа, посвященная 80-летию области. В Донецк приедет множество иностранных делегаций. Главные празднования пройдут на Киевском, Ленинском и проспекте Ильича, а также на улицах Артема и Университетская. На этих участках светофоры будут работать в режиме зеленой волны. Все для удобства гостей и жителей города, рассказали в ГАИ. Дончан призывают не нарушать правила дорожного движения и не оставлять транспорт в неположенных местах.